Группа рязанских врачей по поручению главы региона Олега Ковалева в середине этого месяца отправилась в Севастополь для оказания медицинской помощи местному населению. На сегодняшний день врачи из ОКБ, больницы имени Семашко, госпиталя для ветеранов войн, кардиодиспансера и горбольницы номер 5 вернулись на родину в Рязань и рассказали журналистам о том, как проходили их трудовые будни на возвращенной территории России. Мы с радостью откликнулись на предложение губернатора области и Министерства здравоохранения поехать оказать диагностическую, лечебно-диагностическую, консультативную помощь в выявлении, лечении сердечно-сосудистых заболеваний и иных по тем специальностям, которые вам уже назвали, и по которым традиционно складывается дефицит профессии, и это мы там наблюдали, и с удовольствием встретились с ветеранами. Рязанские доктора вели прием пациентов на базе Севастопольской больницы номер 3. Офтальмолог, терапевт, отоларинголог, хирург, невролог, врач УЗИ. Осмотрели наши врачи около 1500 человек. Ну а возглавила делегацию заслуженный врач России, кардиолог Галина Лазарева. Мы провели большую работу, посмотрели большое количество пациентов, учитывая, что предстоит нашим коллегам сейчас переход на обязательное медицинское страхование, и мы понимаем, сколько будет сложностей в момент этого перехода. Я уже в течение этих двух дней после поездки договорилась с федеральными центрами в Москве о консультации, послали мы им документы всех больных, о консультации и скорейшем решении вопроса о хирургическом лечении тех проблем, которые мы там выявили. Работа есть работа, это дело понятное, тем более для врачей. Но больше всего нас интересовало то, какой была обстановка в городе, каким было самочувствие граждан, не только физическое, но и эмоциональное. Ветераны были очень благодарны и очень довольны всем этим, то, что мы и в городе, и где бы мы ни находились, хорошо встречали. Я даже к троллейбусе ехала, и у меня просто женщина не знала, как доехать, ушла одна от группы. И как доехать мне куда, вот, до гостиницы? И обратилась, они все объяснили. Давайте мы вот здесь заплатим, давайте все. И я просто на ушко говорю, слушайте, а есть такие, которые недовольны? То есть интересно, как вот народ относится. Да вы что, мы никогда мы не видели, чтобы на референдум столько шло людей. То есть люди шли, на выборы не шли так никогда, а на референдум, что вместе с Россией с удовольствием. Когда едем, везде плакаты, везде вот цветы. Особое внимание наши доктора уделили ветеранам Великой Отечественной войны. Полный медосмотр, восстановление документации. В общем, с этой категорией граждан был проведен целый комплекс работ. Рязанские доктора пообещали, что при необходимости они обязательно вернутся в Крымский регион, дабы помочь и поддержать местное население.